павших будем достойны. Я нахожусь у главного памятника родины моего прадеда Ивана Степановича, а именно здесь, у кургана Бессмертия. В День Победы хотел бы вспомнить и почтить всех тех, кто не вернулся с той войны. В основании этого кургана лежит земля из Сталинграда, Брестской крепости, Одессы и Севастополя. За каждую счастливую минуту благодарен тем солдатам с той войны. Я всегда буду говорить спасибо деду за победу, за мужество, за смелость. Спасибо за сегодняшний день.